Всем привет, с вами я, Колян. И у меня, получается, будет еще один персонаж, которого вот я буду качать чисто на видео. Постараюсь. Это у меня будет как раз игроман. Новый. Здесь карта тоже новая. По причине чего я опять все поменял. У меня на компьютере установлено два Windows. И я не мог установить на 8 Windows Террарию. Сейчас у меня это получилось, и поэтому мне неудобно переходить на 7 после того, как я очень долго сидел на 8 версии. Ну и вот поэтому я играл на 7 вчера, и сейчас вот у меня получилось, когда это сделать, мне пришлось... Мне приходится заново развиваться, потому что я не знаю, как примесить персонажей. Если кто напишет мне об этом в комментариях, буду очень благодарен. Так что это будет первая серия. Назовем ее как-нибудь по-новому. Еще на YouTube я загрузил сейчас ролики просто названием Террария и 7 указываю. Это не значит, что это тоже новый цикл, это все старый цикл идет. Просто у меня было очень мало времени для заливки. Я быстро залил, и чтобы не писать новый мир Террария, развиваюсь с вами, серия такая-то, или часть у меня там было написано, уже не помню. Я написал просто Террария, серия такая-то. И все. Так, а где гид? Гид? Где? Во. Он был жив. Странно. Так, сделаем домик пирамидкой. Так, стены. И мы успели это сделать, пока не началась ночь. Потому что у меня сейчас... Я не сказала то, что у меня персонаж в другом режиме. То, что при смерти выпадают вещи. Все, кроме начальных инструментов. А вы знаете, то, что когда я начну нормально развиваться, они мне, эти начальные, уже не понадобятся. Я буду возрождаться пустой. Придется бежать за вещами. Вот, начинается хардкор уже. Так. Ставим сюда факел. Сюда факел. Здесь вырубим проход. И две двери. Так. Первая дверь. И с этой стороны дверь. Все, теперь надо сходить, нарубить еще чуть-чуть дров. И... Так. Хорошо то, что есть рядом озеро, если мы будем заниматься зельеварением. Так. И надо найти шахту поблизости, чтобы я хотя бы знал, куда ходить. Это, кстати, вроде как средний мир. Не помню точно. Так. А что делать? А вот все нормально. Так. И вон очень высокие деревья, лучше я их срублю.
Ну вот как жаль, нету ни крюка, ни зеркала. Очень жаль. И всего лишь 100 единиц здоровья. Нету ни маны, ни других приборов, ну, инструментов, даже молотка нету. Нету даже у меня брони медной. Ничего. А вот и медь. Ну, завтра сходим за ней. И вот тут вот у меня серии будут день-ночь, чтобы я снимал чаще. Ну, попытался снимать почаще. И серии было тоже больше. Так, солнце уже почти зашло. Слушайте, а я здесь сумею перепрыгнуть эту яму? Если сумею, то там есть железо и медь. Хотя, которые мне сейчас не нужны. Так, уже 250. Есть древесины. Мне надо еще больше. Надо больше дерева. Больше. Еще больше. Так. И последний дерево. Опа, а там горшки есть. А, она упала. Нет, она упала. И еще 4, 2, 3, 4. Отлично. Давайте рубим дальше. Так. Лучше нам с таким оружием ночью на улицу не суваться. Так. Может быть, доплывем? Хотя... Утром. Все утром. О, нет. Нет. Я против. Только попробуй умереть. Только попробуй. Протестую. У меня протест. Вот из-за тебя я поставил не так, как надо было. А убрать я не могу. Нет у меня инструмента, чтобы убрать правильно. Придется ждать. Пока я доберусь до дома, потом сделаю инструмент этот нужный. Круто, я еще делаю сам неправильно. А еще слизень обвинял. Ой-ой. Мне страшно, то, что сейчас набегут зомби, меня завалят и ищи вещи. Вещину я не отдам вам. Только эту розу брать могу. Опа, все, ночь. Все, ночь, бежим домой. По звуку ночь. А, бежим домой. Уйдите от слизни. А, бежим домой. Ай-яй-яй. Бежим. Еще чуть-чуть. Вот мой дом. Дом, милый дом. Все, ура, я дома. Все. Мне никто не помеха. Так, деревянный меч. Нормальный меч. Эх.
Здрасте, дядь Вась. Заходите. Я сказал, уходите, вам послышалось. Вай. Ну, иди сюда, иди сюда. Вы куда? Соседи? Лучше не надо. Я же попросил по-хорошему. Сколько у нас уже монет? 2 серебряных. Давай. Опа. Опа. Все. Отлично. Теперь мы чуть-чуть расширим дом. Например, вот так. Сегодня не ночь кровавая, вы двери не пробьете. Неудачник. Так. Примерно 1, 2, 3, 4. Раз, два, три, четыре. Где моя тут старая добрая линейка? Ну, будем считать 1.5 сантиметра. Да, вот, сюда вот ставим. Вот сюда. Сейчас еще раз уточню. Отлично. Супер. Опа. Сюда ставим факела. Так, а больше факелов нет? Ладно, на все. Ой, дорогой зомби, вас что-то мало. Вот только сказал, что их мало. Уже 2. Ну, потом сделаю молот. Мне надо сейчас стену сделать. Ну, теперь хорошая возможность сделать молот. Так, какой-то там демонический, что ли? Да, демонический глаз. Что вам надо от моего дома? А, демонический глаз? Вы что-то хотели? Дома хозяева вообще-то. А ты тут в дом зашел. Хозяева дома, он ходит тут, бродит. Так. Так. Молот надо сделать. И надо сделать еще деревянную стену. Ну не платформа уже. Все равно скоро понадобится. 108 должно хватить. Оп. Опа. Так, теперь мне надо сделать. Печь не получится. А, нет, получается.
И у меня есть молот, надо подредактировать чуть-чуть дом. Вот здесь пускай будет 3 комнаты для жителей. Примерно им примерно хватит. Ой. А вот это вот может не хватить. Так, ну тогда сделаем 2 комнаты на этом этаже. Эту можно сделать моей. Вот эту. Здесь мы сделаем тоже 2 комнаты. Только вот я боюсь, что не хватит. Так что сделаем 1. Одну большую. И там сделаем 1 большую. И сделаем парочку пирамидок, которые соединяются подземным туннелем. Во, отличная идея. Так. Нам надо придумать, где сделать... мастерскую. А можно сделать будет посередине этих подземных спусков. И здесь мы сделаем еще меньше. Опять на 1,5 сантиметра давайте. 0,5. Вот, в самый раз. Оп. А! Уйди, глаз. Глаз, уйди. Не смотри на мой дом. Так, ну, наверное, вот здесь. Проверяем. Да. Я, как всегда, прав. А хотя лучше уточню. Ну-ка, что-то не так. Вроде косоват. А, нет, из-за того, что вот здесь вот у меня неровно балки стоят. Здесь пусть будут книжные полки у этого жильца. Наверное, это будет... Не знаю кто. Кто здесь будет жить? Пока что придется верстак поставить в моей комнате. Вот. Деревянная стена. И все. Осталось поставить двери, стулья, столы. А вот у нас и утро. Это значит, что серия подходит к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Колян. Все, всем пока.